гости канала Insan Studio. Сегодня 5 мая, и я приехал на открытие новой обновленной станции метро Левобережная. Именно на эту станцию метро будут приезжать все туристы и гости страны. Сегодня 5 мая и официально открытие нового входа в эту станцию. Напомню, в конце февраля станция была перекрыта на реконструкцию, и вот сегодня она наконец-то открыта. Давайте начнем с интерьера и перейдем к внешнему фасаду станции. Удобная карта, которая сразу подскажет туристу, в какую сторону ему нужно ехать. 12 мая, за сутки до финала конкурса Евровидения, жители и гости столицы смогут посетить концерт Джамалы. Также Джамала выступит в финале Евровидения 13 мая. Островок, который находится посреди станции, также был преобразован в новый дизайн. Однако ремонт даже в день открытия еще не завершен на 100%. Организаторы заверяют, что рекламы более чем достаточно. Однако даже на центральной станции, на которой будут ну точно все туристы, реклама отсутствует. Я имею в виду рекламу с Евровидением. Ее просто нету. Ну что ж, мы с вами посмотрели, как станция выглядит внутри. Давайте выйдем на новый отреставрированный вход, и я вам покажу, как выглядит он изнутри и снаружи. Люди с ограниченными возможностями смогут запросто спуститься вниз. Здесь оборудован спуск специально для инвалидных колясок. Станция очень просторная, правда слегка грязноватая. Но в центральном холле находится панорамный вид на Днепр. А вот как выглядит станция снаружи. Она выполнена в точно таком же дизайне, как и другой выход. Я обошел Левобережную, и вот я уже нахожусь возле еще одного выхода из этой станции. Напомню, он был открыт 25 марта, и вот как он выглядит сегодня. На этом моменте наше видео подошло к концу. Сегодня я показал открытие обновленной станции Левобережная. Если вы подписались на мой канал, то мы встретимся с вами уже завтра в новом видео на тему Евровидения 2017. С вами был я, Вова Гура, увидимся и пока-пока.